Ольге Бузовой сделали сказочный сюрприз. Неизвестный воздыхатель звезды доставил в ее квартиру около 10 тысяч алых роз. Чтобы проникнуть в дом певицы, тайный поклонник обратился за помощью к ее людям. Так их называет сама артистка. «Теперь я понимаю, почему мои помощники весь день были такими загадочными и отправляли меня скорее домой», – поделилась Бузова после того, как обнаружила 50 букетов роз, расставленных по всей квартире. «Я такой красоты не видела давно. Сейчас приду в себя от такого количества букетов и буду пытать, кто это сделал. Наконец, я хоть на мгновение чувствую себя принцессой. Столько роз мне никто еще не дарил. У себя дома, как в сказке». Интересно, что розы появились в доме Бузовой сразу же после известия о том, какой романтический подарок сделал Тарасов для Анастасии Костенко. Недавно влюбленные улетели на Мальдивы, где остановились в роскошном бунгало с собственным бассейном. Проведя пару дней на пляже, Тарасов решил оживить отдых романтическим сюрпризом. Некоторые пользователи сети, сопоставив эти два факта, решили, что Ольга сама заказала цветы, чтобы поразить бывшего мужа. Ну хотя бы она может себе это позволить. Судачили подписчики страницы Бузовой.